У здания Самарской филармонии разрешат парковать автомобили. Вместо знаков «Стоянка запрещена» на обеих сторонах улицы Фрунзе установят знак «Остановка запрещена» с интервалом от 0 до 6.00. Это позволит посетителям концертов оставлять машины в шаговой доступности от учреждения культуры и не беспокоиться о том, что транспортные средства эвакуируют. Аналогичная замена знаков планируется в районе театра драмы имени Горького по улице Фрунзе на участке от Шостаковича до Вилоновской, сообщается на сайте городской администрации.